Туркмены, даже называть туркмен, турецкий, турок. В Турции турок, тюрк-турок, а там туркмен, какая разница? Узбек, эзбек, настоящий бек, настоящий. Киргизы, казахи. Только Таджикистан, это ближе к Ирану, фарсоязычный. Вот он решил, что надо возбудить Эрдогана, дать ему идею восстановить Османскую Турцию, дать деньги. Помните, Япония, кто начал войну с Российской империей? Япония, кто навзрючил и дал деньги? Британия. Чужими руками. 500 лет чужими руками все войны против России. И надо разозлить Эрдогана. Вот в Сирии. Северную часть бери. А русские мешают. Курдов. Американцы хотели дать независимость. Не надо. А британцы убедили, тогда турки обидятся. Армяне подождут. Греки подождут. Турецкого посла убивают специально, попытаться разжечь отношения между Россией и Турцией. В общем, провокация за провокацией. И, наконец, пожалуйста, уже турецкая армия в Азербайджане. Остался переход на теплоходах, на пароходах Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. И там можно устроить очень хорошую бучу, ибо там и исламисты, там и пантюркисты, там и китайцы, там и пакистанцы, там и американцы, все там. Такой узел. И развязать там братоубийственную войну. Всех против всех. И втянуть Россию, поскольку рядом уже Урал и... как его? И Сибирь. Южная Сибирь и Урал. А беженцы туда хлынут. Вот это все делают британцы. Теперь остался один раз отомстить русским. Взорвать юг России. Кавказ, там тоже тюркоязычные. Дагестан, там кумыки, ногайцы, череди, как карачаевцы. Очень много тюркоязычных народов. Вот это делается на ваших глазах сегодня.